Уважаемые коллеги, в нашу корпорацию поступило ежегодное задание от нашего постоянного заказчика. В этом году мы обязательно должны с ним справиться успешно. Предлагайте ваши кандидатуры. Первая кандидатура. Селезнев Павел. Достоинство. Успешный. Преступной группировки. Слабость. Подвержен вредным привычкам. Он нам не подходит. Пережогин Александр. Достоинство. Лучшая физическая подготовка в нашей корпорации. Слабость. Не всегда справляется со сложными заданиями. Этот вариант тоже не подходит. Юркевич Иван. А можно следующего? Поддерживаю. Потаскуев Алексей. В досье написано, что задание было провалено год назад. Поэтому он нам также не подходит. В таком случае у нас не остается выбора. Придется применить секретное оружие. Агент У. Достоинство. Всегда справляется с заданиями. Смирен, ответственно. Слабостей и недостатков не выявлено. Поэтому предлагаю голосовать. Все за? Да. Да. Поддерживаю. Мы сделали выбор. Здорово, бандиты. Ну что, ты согласен? Что? Красавчик. Он в деле.